представьтесь, пожалуйста. Зорита Александрович. Расскажите, пожалуйста, немножко тем, кто, может быть, не видел ролики о суде народном с вами. А что произошло и когда это было с вами? Ну, о народном суде. Это было 25 октября. Мы провели электрострел. Вы ожидали, когда вас взяли, вы ожидали, что вас будут судить не суд, ну там государственный, а народный? Вы вообще слышали о народном суде? Нет. Вы ожидали, что может быть такой приговор? И когда вот его зачитывали и голосовали, можете сказать, как ощущение было ваше? Ну вот что вы думали, до последнего думали, что обойдется? На тот момент вообще не знаю, что происходило. Не знаю, что сказать. Ну как, вы же... Ну, я просто видела этот ролик, когда проголосовали за расстрел, за казнь, то ну, было видно, что вы этого не ждали. Конечно, не ждал. Неприятно было, конечно, такое ощущение у нас. Расстроено, неприятно было. Погромче можете говорить? Вы слышали, как ваша мама кричала? Конечно, слышал. Какое-то хоть раскаяние было, когда вы видели маму свою? Конечно, было. А вы давно, ну долго, какое время вы занимались вот всеми этими делами неприглядными? Пять лет где-то. А сколько вам лет? 35. 35? Вот уже много раз писали украинские СМИ, что приговор приведен в исполнение, что вас расстреляли и раз, и два, и три, и четыре, и пять. Что бы вы могли на это ответить? Я вот живой, здоровый. Вот я покажу, что у вас... Руки покажите. Что пальцы не поломаны, не сколоты, не сбиты, не в синяках, ноги на месте. Ну, то есть вас здесь не бьют, не пытают. Нормально все. Как вас кормят? Нормально. Не голодаете? Нет. Хорошо. Скажите, вы вот уже находитесь здесь сколько месяцев? С октября, да? Да. Ноябрь, декабрь. 4 месяца где-то. Ну, за 4 месяца, ну, что вы думали о своей жизни, там, может быть, о прошлое, о будущее? Я бы свою жизнь бы начал с чистого листа. Вы вообще в курсе, что происходит в Луганской республике? Нет, в каком смысле? Ну, в смысле боевых действий, в смысле, что люди гибнут на улицах. Конечно. И если бы вы были свободными, ну, что бы вы делали? Если бы сейчас вас отпустили, например? Естественно, помогать, защищать свою родину, не задумываясь даже. Точно? Точно? Конечно. Чтобы дома сидеть под юбкой или что-то подобное. Никто не сделал. То есть на стороне ополчения? Вообще на все 100.
Скажите, а какая у вас надежда есть? Как вы думаете? Не знаю, что вам на это сказать. Ну, вам говорят, что вас ожидает? Суд будет. То есть суд уже будет законным? Как вы думаете, есть надежда, что приговор будет другой, более мягкий? Ну, вот вы как думаете? Нет, не как думаете, хотелось, а вообще надежда, да, есть конечно, такая? Хотелось бы. Я понял вас. Конечно, хотелось бы, чтобы мягкие, чтобы что-то как-то. Чтобы жизнь сохранили. Может, так вот. А вы думали о своих жертвах вот это, эти 4 месяца? Ну, понятно, что она неприятна. С чистого листа, вы сказали начать с чистого листа. А что бы вы делали бы? Ну, вот, допустим, что вы свой срок отбыли и вышли. Вот с чистого листа это как для вас жизнь начать? Это все полностью поменять. С чистого листа это не так, как раньше жил. Допустим, если я раньше там делал какие-то плохие вещи, ну, даже взять мелочь, там, курил, там, пил, например. С чистого листа я не курил бы, не пил бы. Вообще все по-другому. А у вас есть специальность? Крановщик. Вы бы хотели, например, поменять специальность, учиться дальше? Учиться, конечно, хочу. Это приятно. Скажите, вам дают свидание с мамой? Да. Ну, как часто? Не знаю даже, что сказать. Ну, раз в месяц? Ну, да. Что бы вы хотели маме сказать? Кому? Маме что бы хотели сказать? Когда было первое свидание? А? Первое свидание, когда было, вы у мамы просили прощения за то, что ей столько боли принесли? Конечно. Она простила? Она простила вас? Да. Как вы думаете, почему мама прощает все? Потому что она мать. Желаю вам действительно начать когда-нибудь жизнь. С чистого листа. Спасибо большое.